Всем привет! Сегодня сделаем жалюзи своими руками. Летом солнце сильно жарит и ярко светит в окна. От попадания прямых лучей солнца в дом могут спасти плотные шторы, отражающие наклейки на окна и, конечно, жалюзи. Я же хочу показать, как можно сделать красивые практичные жалюзи из бумаги, которые будут красиво смотреться на окне, защищать от солнца и экономить ваш бюджет. Итак, нам понадобится рулон обоев. Это могут быть старые обои или остатки от рулона после ремонта. Также линейка, ножницы, карандаш или ручка. Дополнительно могут понадобиться прищепки, веревка и зажимы. Для того, чтобы бумажные жалюзи получились ровными, необходимо нанести отметки. Расстояние между линиями сделаю в 3 см. Да, забыла сказать, что окно в высоту 1 м 10 см. А линии я сделала 50 штук. Отмеряю по 3 сантиметра с обеих сторон бумажного рулона и соединяю длинным отрезком. После того, как расчертите необходимое количество линий, начинайте загибать. Я делала это максимально точно по линиям, прижимая дополнительно линейкой. Когда заготовка будет сделана, понадобятся прищепки, чтобы зафиксировать. Далее нам надо протянуть веревку через бумажные жалюзи, чтобы они открывались и закрывались. Отмеряем середину, где будем делать отверстие. Думала, что обойдусь шилом, но им было очень трудно проколоть бумагу, поэтому воспользовалась шуруповертом. Проделанное отверстие надо протянуть плотную нитку. Я взяла 1 м 20 см, как раз на размер окна. Там, где будет верх жалюзи, завязываем узел. С другой стороны цепляем зажим и тоже завязываем узел. Чтобы бумажные жалюзи держались на окне, приклею их при помощи двухстороннего скотча, приклеенного к верхней части. И вот что должно получиться. Когда жалюзи в открытом состоянии, получается красивый спадающий круг или бант. Пишите, понравились ли вам жалюзи, делали вы такие на свои окна. Надеюсь, видео было полезным. Увидимся с вами в следующем видео. Всего доброго, пока!